Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Друзья, это отель Rixos Sea Gate Charm, он находится рядом с отелем Rixos. Этот отель лучше, он более новый, у него большой понтон, сейчас мы с вами его посмотрим. Расстояние от аэропорта до отеля Rixos Sea Gate Charm 9,6 км, 11 минут езды. Рядом с отелем находится отель El Hyatt Charm. Территория отеля большая, у отеля есть понтон 850 метров. Рейтинг отеля на сайте Топ Хотель равен 5. Это ресепшн, красивый, большой ресепшн. Посмотрите, какая большая, красивая люстра. Это зона возле ресепшена. Вы выходите, здесь можно посидеть, попить чай, кофе. Очень красивые колонны в греческом, римском стиле. Бассейн большой. Это спа. Это Royal Spa миксованный. Здесь какая-то часть процедур платная, какая-то бесплатная. Это тренажерный зал. Здесь много тренажеров, велодорожки, беговые дорожки. Отдельно зона велосипедов. Выделено отдельно для занятия на шарах, на ковриках гимнастических. Также есть тут напитки, сразу соки, фрукты. Очень много тренажеров, хороший тренажерный зал. И с видом на бассейн, с хорошим видом, с панорамным окном. Это комната отдыха, здесь фонтан посередине, очень все красиво, играет музыка, такой релакс. Это турецкий хамам, здесь большой камень, опять панорамное окно с видом на бассейн. И там дальше бассейн посередине, да? А, и там джакузи еще посередине, очень круто. Это сауна, сауна большая, здесь стоят две печки, здесь очень много может сесть людей, чисто, аккуратно все. Это тематический душ, видите, такой интересный. Рядом находится влажная, римская, стим-бас. И тут напротив еще одна сауна. Для любителей экстрима здесь есть лед, в котором можно... Айс. Трудно потом, айс. Здесь есть собственный бар, можно попить чай, кофе, заказать соки. Это массажный кабинет, очень все красиво, аккуратно. Там дополнительно есть душ. Ну и тут всевозможные приспособления. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим территорию. Территория большая, красивая, оно отсюда видно. Это детский клуб. Раньше этот отель был Тропитель. Вот эти колонны, которые мы видели с вами, они вот остались от предыдущего отеля. Тропикана Гранд Азур называется отель. Это главный ресторан у нас. Здесь обед, завтрак, ужин и проходит. И рядом находится детский клуб. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Вот первая комната. Здесь выход сразу на улицу, в зону. Здесь свой ресепшн детский. Так. Здесь у нас еще одна. Это спальня. Здесь есть три кроватки большие и две маленькие. Ага. Дальше мы идем. У них игровая комната большая. Здесь много. Здесь даже учебная большая комната. Очень игровая. У них есть кинотеатр здесь. Давайте зайдем. Вот идет мультик, тут подушки, можно лежать, смотреть. Это комната для маленьких деток, для того, чтобы можно было поменять подгузники, пеленки.
игровая комната. Тут стоят компьютеры, столы, футбол. Также компьютеры, вот вы видите, две штуки. Тут приставка. Xbox 360. Два компьютера и... Есть свой санузел детский. Здесь несколько раковин, туалет. Вот зона на улице тоже. Здесь у них свое питание, они могут покушать. Там фрукты. Мы видим, вот столики маленькие. Здесь они могут пройти футбол. Два бассейна, один из них с подогревом. Нет, нет, без подогрева. А, извините, все два бассейна, они без подогрева. Вот тот вот. Значит, два бассейна, они без подогрева. У одного бассейна есть тент, чтобы летом солнце не нагревало детей сильно. Второй бассейн. Хорошая территория, она огорожена, то есть дети отсюда не выйдут. И для того, чтобы попасть сюда и выйти, надо нажать кнопку. То есть дети самостоятельно этого сделать не смогут. Ну и вот такая вот игровая. Здесь настольный теннис. И можно покушать детское меню здесь свое. И есть такой вот еще гамак, батут, извините, на котором можно попробовать. Вот то, что здесь есть из фруктов, бананы, виноград, клубника. Ну и тут готовят деткам сразу то, что они хотят, макароны. Друзья, здесь же есть спа для женщин только. Туда мужчин не пускают. И там бассейн с подогревом. Вот оно здесь, вот перед нами. И рядом находится справа главный ресторан, а слева детская зона для игр. Kids Club. А вот главный ресторан. Сейчас мы в него заходим. Так, значит, это у нас главный ресторан. Видите, на входе здесь шампанское. Здесь большой выбор блюд. Давайте мы быстро их посмотрим. Рис, котлеты, овощи, рыба, баклажаны, пельмени, рагу, китайское что-то с грибами. Здесь у нас руку. Здесь рыба соленая. Здесь у нас салаты. Еще салаты. Опять тарелка. А зона, где у нас сыры, нарезки всевозможные, зелень, лук, помидоры, салат, роккола. Здесь у нас намазки всевозможные, типа хумуса. Хлеб, выпечка, пиццы, итальянская кухня, вегетарианская, здесь я вижу овощи на пару. Очень такие аппетитные пиццы, красивые. Ну и здесь пюре, каша, курица, котлета, сосиски. Зона сладостей. Фрукты, здесь шоколад, можно все это обмакнуть. Здесь мороженое. Здесь еще сладости, в ресторане есть детские стульчики, фрукты. Короче, всего очень много, все очень вкусное. Питание здесь на хорошем уровне. Это терраса, здесь тоже можно кушать, выйти. Открывается
красивый вид на море. Давайте посмотрим сверху. Значит, это бассейн релакс с подогревом, он теплый. Вот здесь как раз-таки все движение сейчас и идет, все люди собираются сюда. И это вид с ресторана, с главного, с террасы. Это зона Entertainment, здесь проходит вечерние шоу-программы. Она большая, несколько уровней. Это бассейн без подогрева. Номер 2409, номер Deluxe. Давайте посмотрим, что здесь есть. Значит, ванная комната. Здесь покрытие. Это плитка, наверное, такая под дерево, очень красивая. Одна раковина. А здесь душевая кабина и санузел. Здесь душ, у нас два душа. Видите, один и душ тропический. Алло. Две кровати. Алло. Там еще есть диванчик, телевизор, есть бар. У нас нужно 5 минут, нам нужно на пляж. Вода. И, в принципе, все. Есть connection room здесь, и он превращается в family тогда. Есть чайный уголок. И выход сразу же на бассейн. На первом этаже получается фактически. И тут очень маленький балкон. Вот смотрите, это дверь connection, когда она открыта, получается family suite. То есть туда с этой двухкомнатой, там, в принципе, все то же самое. То есть такой же санузел. Здесь одна раковина. И здесь тоже кровать большая. Какое максимальное размещение здесь? Три человека, наверное. Номер 24011, это Superior будет. Здесь размещение максимум 2 человека. Здесь все то же самое, как в том номере. Здесь сейф есть, только здесь размещение максимум 2 человека. А в соседнем номере Deluxe там уже 2 плюс 1 получается. То есть итого, если family брать, то максимум 5 человек. Чайный уголок, есть балкон, выход сразу же на территорию. Тоже бар. В холодильнике заполнен полностью. И чайный уголок, телевизор. И все очень красиво. Коврового покрытия здесь нет. Здесь ламинат, центральный кондиционер, как и в соседнем номере. Чисто, аккуратно. Это ресторан, который находится на пляже. Он сейчас закрыт, но здесь можно перекусить. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.